А вы опять не переместились, заразы. Третье число. День уже. Наверное, сейчас пообедали. И вот собираемся. Собираемся уезжать. Да, Виталик? А, чего? Домой. Домой собираемся. О, Лен, привет. Привет. Там Андрюха с Настей собирает. Лопатки не забыть. Мусор вот. Так, они сразу под свету. Под рыбу. Ну что, нормально тянет? Да, ты еще не закрыл свой кузов, да? На защёлку. А, еще больше уже. Вот так вот тут всякое разное. Хлам. Металлолом, мусор. Это мы на свалку. Битком был. А у нас лето. У нас нудистский пляж. Если человек по пояс голод, не значит, что это нудист. Так. Он не хочет быть нудистом. И отказывают. Мы не такие. До первой звезды нельзя. Че, Миш, нормально отдохнули? Отлично. Была лучшая поездка моей. На самом деле, потому что как-то все по плану прошло. Два дня там, ну, три дня тут. То есть как бы без дождей, без нифига погода. В общем, было просто то, что нужно. Все приключения получили до кучи. Ну, напоследок нам еще до асфальта доехать. Да. Я думаю, доедем. Да. Дотащим, дотолкаем. Заканчивается наша весенне-летняя поездка. И в эту поездку я что-то профилонил и не прокосил весь участок. Ну, комаров вроде не так много у кого дома. Да. Ну, приедем, обкосим. А так вот сейчас закроем еще нашу смену. Равняясь смирно на знамя, смотрим гордо, закрываем нашу смену. Менее оптимистично, чем я. Кому охота выезжать? Хорошо. Сыры-пыры, шуры-муры. Такие на полпути, немножко даже больше. Она соскочила. Она вполне возможно и целая. Она у тебя соскочила? Соскочила. Ай-яй-яй. И зажала. И зажала. Так, а если как прокатить, попробовать туда-сюда? Да. Каракат, нет? Да, туда. Так, нечего. Будет ничего. Да, слушай, а если по отдельности покупать, а потом собирать его здесь? Можно и так. Сейчас лака есть. Два колеса куплю. И мы два. И вы два. Вот давай. Две, четыре. А будем покатать. Каждый по колесу. Ладно. И два велосипеда делаю широким. А? Бип-бип! С прицепом не задену там? Вот, выезжаем.
с Павловской. Посмотрим, как ребят получится на каракате за нами гнаться. Миша, скажи. Очень надеемся, что получится. Утро только, день-день, только отъехали, приключения уже. Ладно. Ну что, мы на машине забрались на гору с Мишаней. Сейчас вон ребята. Уверенно идут. Виталику еще очки такие. Ну чё, мы поедем докуда-то, где вас ждать? Межного, наверное. На Межное, да. Межного, да? Так-то чё, как, нормально? Пока нормально. Надо было сюда отработку тут уже налить, на цепь. Она греется. Ну, я тебе скажу. Пользы не даст, да? Да нифига она нагрелась, я в этом смысле. Даже не обжигаясь. Ай-яй-яй-яй. Андрюха, ты что не обжигаешь? Вот, должен... Ну все. Че, тебе плащ надо? Не знаю. Мы находимся рядом с Вологодской дорогой. Ждем ребят, сейчас должны подкатиться. И вернем каракат хозяину. Немножко мы подождали. Доехали, главное. Вот, едут вроде. Ну, что-нибудь опять случилось? Да нет, на 15 минут, на ремень уже поменяли. Почему вы смотрите? Высыпали сейчас, сейчас. Так дорогу смотреть. Как увидишь? Выехал на середину и еще смотрит чего-то. Идите, говорит, смотрите. Поехали. На речке! На речке!